давай познакомимся с вами, спрошу. Добрый день, мы очень-очень рады вас всех видеть, приветствовать в театре имени Булгакова на нашем замечательном ежегодном фестивале «Роскидс Фест». Аплодисменты. Я дальше хотел бы представить наше беспристрастное, строгое, но очень справедливое жюри. У нас все серьезно, поэтому начнем. Итак, актриса и ведущая телепрограммы «Ревизолушка» Ирина Уханова, приветствую. Кастинг-директор рекламы и кино. Кастинг-директор таких фильмов, как «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым, вот недавно вышедший, и многих-многих других, Светлана Ершова. Театральный режиссер, актриса, педагог и художественный руководитель курса театрального колледжа имени Филатова Елена Моногарова. И опять же кастинг-директор кино и рекламы, кинодиректор таких фильмов, как «Дневной дозор», «Диверсант» и многие-многие другие, более 300 реклам, Вера Аносова. И самый строгий, серьезный, но очень доброжелательный председатель нашего жюри, актер, режиссер, педагог театрального института имени Щукина, руководитель вахтанговской студии «Турандот», член экспертного совета департамента культуры города Москвы Владимир Жуков. Замечательно. Ну, в общем-то, официальная часть закончена, а теперь мы, наверное, начнем. Поэтому я еще раз вас прошу, аплодисменты! Итак, первая постановка сегодня – это режиссер и педагог Ершова Надежда Александровна. Спектакль называется «Сказка про Шурочку». Приветствуем! Возле мамы топает маленькой ножкой,
Аня Баран. Прыгал козлик на лугу под цветочком прямо. Вдруг он замер на берегу. Потерялась мама. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, потерялась мама. Он, не зная, что к чему, ткнулся к новой маме. Ну, сказала строго ему тетенька с рогами. Прыгнул возле высоко, вот и мама в роде. Ну, сказала хо-хо-хо, белых перьях тетя. Водочка! Водочка!
ребята, я вас сейчас буду представлять, а вы будете кланяться, когда услышите свою фамилию. Итак, в спектакле принимали участие Варвара Леонтьева, Михаил Ермаков. А жюри себе получает. Евгений Ермаков. Можно даже погромче хлопать. Кира Создателева. Елизавета Мащева. Олег Быков. Тимур Жапарицы. Ну и наконец Виолетта Лапина. А теперь беремся все за ручки и дружно кланяемся. А мы аплодируем. Режиссер и педагог Вершова Надежда Александровна. А теперь мы можем подарить цветочки. Занавес пока не закрывается. А мы аплодируем вам музыку прекрасную. Так, да, ребятки, проходим в зал. А если есть желающие, то можно со мной пообщаться в качестве некого блиц-интервью. Ну, если есть, конечно, такое желание у кого-то. Ребята, если есть желание, подходим ко мне, я вам что-нибудь спрошу у вас что-нибудь. Привет. Вставай сюда, чего ты? Красивый. Как тебя зовут? Тимур. Тимур, скажи, а кого ты сегодня играл? Козлика. Как тебе понравилось самому? Да. А что тебе вот было самое сложное вот, в козлике? Ничего. Чего? Давай поаплодируем нашему козлику, замечательно. Молодец. Давай, заходи, вот наша прима будущая. Привет, как тебя зовут? Еще раз представься. Варя. Варя. Скажи, пожалуйста, а что тебе было самым сложным в этой постановке? Наверное, ничего, просто Шурочка и все. Просто Шурочка и все. А скажи, пожалуйста, вот текст давался легко тебе? Вообще-то да. Прям выучила все быстренько, да, и... Ну да. Молодец, давайте поаплодируем будущей звезде. Так, друзья, пожалуйста, садимся к своим родителям. А у нас... Хорошо. Давайте пообщаемся сейчас. Как вас зовут? Женя. Женя. Ты кого играл? Козлика. А теперь еще раз, кого ты сегодня играл? Ты вредничаешь, да, сейчас? Ну, скажи, ты же явно играл не козлика, насколько я вижу, по твоему головному убору. Ты играл, наверное, бычка, наверное. Теленка, подсказывай. Теленка. Теленка. Давайте поаплодируем нашему теленку замечательному. Ты сначала играл два раза козлика, а потом играл теленка, я понял. Так, давай, последний разочек, у нас лотерея. Миша! Дима! Как дела? Говорю, как у тебя дела? Хорошо. Кого ты играл сегодня? Теленка. Теленка. Понравилось тебе, как ты сыграл теленка? Да. Молодец, аплодисменты. Все, друзья. Следующий номер. Хорошо, следующий номер. Режиссер и педагог Сухова Яна Алексеевна. А спектакль называется «Мой Дадыр». Аплодисменты, приветствуем. Yeah.
тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата и котята, и утята, и зайчата, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули остался, и сбежали отгрязнули, и чулки, и башмаки. И мочалка командир, если топнула ногой, позову своих солдат в эту комнату толпою. Умывальники влечат и залают, и завоют, и ногами застучат. И тебе головомойку не умытому дадут. Прямо в мойку, прямо в мойку с головой окунут. Он ударил медный таз.
танец. Принимали участие Элина Волкова. Выходим, молодец, красиво. Не мне. Да, да, пожалуйста. Да. Элина Волкова. Потрясающая. Аплодисменты. Следующий участник Серафима Таулина. А ты не уходи никуда, все остаемся на сцене. Просто кланяйтесь ко мне, подходите совсем не обязательно. Выходим на центр, кланяемся. Так, хорошо, поклонимся зрителям. Прекрасно. Аплодисменты. Александра Земсковене. Вот. Вот это поклон. Дарья Цопина. Опа. Матвей Гулаков. Маргарита Попова. Ева Романенко. А также режиссер и педагог спектакля Сухова Яна Алексеевна. Ребята, выходим все на сцену и получаем свои цветные подарки и угощения. Вот они, первые цветы. Проверки проходят в зал. Итак, следующая постановка Ершовой Надежды Александровны. Спектакль называется «Путешественники». Встречаем. Аплодисменты. Словно альпинист, из волны бросает.
Счастье морское, суну в рот украдкой, горькое какое. Ребята, если это ты подождите, что я вам не спишь.
Вот, вот взрослый час твой остался. Занавес, друзья. Так, друзья, кто не успел с вами пообщаться в предыдущей паузе, имеет уникальный шанс. Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Собирайся сюда. С цветами, с таким красивым букетом. Разворачивайся к залу. Как тебя зовут? Еще раз представься. Серафима Таурина. Серафим, расскажи, пожалуйста, тебе нравится заниматься? Да. А что тебе больше всего? Вот самое-самое любимое твое, что? Мое самое любимое – кататься на коньках. Прекрасно, это очень прекрасно. А что тебе больше всего на сцене нравится делать? Танцевать, петь, что такое? Танцевать. Танцевать. Будешь дальше заниматься этим? Да. Аплодисменты, молодец. Собирайся. Так, смотришь. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Зобина Дарья Алексеевна. Все, с отчеством. Хорошо. А где ты живешь? Я живу на станции Аэропорт. Прекрасно. Дальше рассказывай. Шучу. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя было самым сложным в спектакле? Ничего. Все было легко? Да. Угу. А кого бы ты хотела, например, сыграть? В будущем, вот когда ты станешь взрослой артисткой, есть какая-то мечта, может быть, там, принцессу какую-то сыграть, там, русалочку, что-то такое? Я хотела быть артисткой. Артисткой. Аплодисменты артистке. Ребята, я вас боюсь, вас слишком много, но собирайтесь, давайте. Только по очереди пропускаем девочек в первую очередь. Привет. Какая у тебя прическа? Как тебя зовут? Саша. Саша, привет. Даже забыл, что сказать мне. Такие глаза, что просто все забудешь. Ну, расскажи, что тебе нравится делать на сцене? Танцевать, петь, рисовать. Рисовать на сцене любишь? А ты рисуешь на сцене? Да. А заниматься вообще нравится с педагогом? Да. Хороший педагог тебе был, молодец. Да. Аплодисменты, супер. Как тебя зовут? Полина. Полина, у тебя очень прикольные веснушки. Да, скажи, пожалуйста, тебе нравится заниматься вот на сцене? Да. Видишь себя дальше вот в будущем артисткой? Да. Да? Ну, аплодисменты, да, тебе артист. Молодец. Давайте еще пару интервью, и мы начнем следующую. Забирайся, забирайся. Разворачивайся. Как тебя зовут? Марго. Марго, сколько тебе лет? Мне 7 лет. 7 лет? Да. Точно? Угу. Хорошо. Все узнали. Ты любишь заниматься театром? Да. Дальше видишь себя в этой профессии? Да. Хорошо, поздравляю тебя. Аплодисменты. Давайте еще один. Давай вот девушку пропустим. Оп. Самый юный участник. Невозможно. Как тебя зовут? Вика Попова. Вика Попова, пожалуйста, к залу, чтобы тебя все видели. Давайте похлопаем Вике Поповой. Тебе нравится заниматься актерской профессией? Да. Тебе интересно? На этом все. Начинаем. Привет, как дела? Хорошо. Хорошо. Сегодня выспался? Да. А я нет. Хорошо, давай садись на свое место, а мы объявляем следующий спектакль. Это режиссер и педагог Ершова, вновь Надежда Александровна. Спектакль «Лесные жители». Встречаем аплодисментами. Право сказать, не передать, ни пером,
на сапожки каблучок отвалился, а жучок обещал, кому гребет, если гвоздики найдет. Thank you.
жучок, жук-жучок, покажи мне свой бачок. Полетай, покружись и ко мне Это номер 010. 010. Я вижу, как вы счастливы, как вы втроем мне машете. Класс. Кто же из вас номер 010? Иди сюда. Давай встанем, сделаем фоточку. Красиво. Вставай сюда. Собирайся. Ты свой приз. Аплодисменты победителю. Есть. А у нас следующий номер. Спасибо, что помогаете мне. Ребят, волнительно, да? Номер 145. 145, 145. Опять машет много рук. Здорово. 145. Вставай на сцену. И я тебе вручаю замечательный рюкзачок от компании Роскиз. Как ты высокая. Да. Я такая. Итак.
мудрости. Номер 048. Я вас поздравляю, вы выигрываете замечательный сертификат от компании «Гулливер» на 2000 рублей. Одежда и игрушки для всех. 048, да. Потрясающе, я вас поздравляю. Подарочный сертификат. Здесь у нас фотосессия, Инстаграм, все дела. Супер. Итак, ваш, ваш, конечно. Тоже хотел сертификат на 2000 рублей. Так, хороший. Да. Так, да. Я честно это делаю абсолютно не видел. Итак, третий надо, да, сертификат от компании «Гулливер» номер 035. Пожалуйста. Ну, сейчас опять тоже пройдет, наверное. 035. Где же вы? Я вас не вижу, поднимите хоть руку. Ты уже был. Все-таки ты выиграл, да? Молодец, аплодисменты. Это настойчивость твоя. Молодец, я тебя поздравляю с этим замечательным подарком. Ну а теперь у нас гвоздь программы. Это подарочные сертификаты на обучение компании «Роскид» с номиналом 2500 рублей и 5000 рублей. Итак, мы разыгрываем первый сертификат. Мы вращаем наш барабан. И вытягиваем номер 043. Ура! И чуть 5 закричала. Ура! Номер 043. Аплодисменты. Один из трех главных лотерейных призов у вас. Я решил все-таки сверить, да? Что там за цифры такие? 043, забирайтесь к нам. Да, можете встать, да, вот сюда прямо. И мы вас сфотографируем с вашим подарком, а мы аплодируем вам. Артему Дорогие друзья, ну что ж, я хочу вас поздравить с завершением ваших выступлений. Вы большие молодцы. Видите, как вам аплодирует зал, ваши родители, зрители наши сегодняшние. Можете поаплодировать сами себе, пожалуйста. Ребята, ну, так как вы такие молодцы и так здорово сегодня выступили, мне хочется студии «Роскидс» подарить вам тоже всем подарки, а именно сертификаты о прохождении актерского курса. Ура! И такие замечательные майки с логотипом студии «Роскидс» и сегодняшнего фестиваля. Ну, мы начинаем. Сертификатом награждается Соколова Ева. Аплодисменты! Громкие не слагаемые. Резниченко Ева. И все. Я хочу стоять там. И все. Аплодисменты! Лесенева Софья. Идите сюда, мы себе подарим. Давайте развернемся, сделаем фотографию. Танких Кристина. Бабулина София. Аплодисменты не склонны. Громче, громче аплодируем. Васильева Виктория. Васильева Виктория. Ну, ей передадим чуть позже. Итак, следующий. Ну, дальше, да. Шабаридзе Тимур.
Олег. Мои парни. Лощева Елизавета. Создателева Кира. Ермаков Евгений. Ура! Ермаков Михаил. По всей маме сил. Не уходи далеко. Давай, нет. Вот этот день не буду здесь, я смотрю. Леонтьева Варвара. Аплодисменты. Итак, мы продолжаем. Сертификатом награждается Гусева Анна. Спасибо, Анна, Артем Сергеевич, так развернитесь. Мешкова Даниэла. Четкой походкой. Рождествен Нил. Награждается Кузнецов Илья. Где у нас Кузнецов Илья? Кузнецов Илья. Кузнецов Илья. Иди к нам. Сорокина Виктория. Аплодисменты усиливаются и усиливаются. Блинова Елизавета. Новая Елизавета. Девочка. Синзова Полина. Ну и Котельникова Дарья. Наших участников. Романенко Ева. Друзья, очень важен спорткар, конечно. Попова Маргарита. Кулаков Матвей. Насилие. Зопина Дарья. Имскавене Александра. Волкова Элина.
особая благодарность Виолетте Лапиной. Ура! Она из другой группы, но она оказала неимоверную помощь. За отдельный приз. Аплодисменты. Пожалуйста. Друзья, ну что же, совсем немножко осталось до того момента, как мы узнаем, какие номинации вам будут вручать, какие, кто победил, да? Совсем немножко. Но для этого я предлагаю сейчас побежать за кулисы вместе с вашими педагогами, и родители могут нам в этом помочь, и надеть эти замечательные майки. Договорились? Давайте! Приветствуем членов нашего жюри. Мы долго-долго встречались. Да, а теперь я посылаю слово Артему Бибелеру. Дорогие друзья, ну мы переходим к награждению индивидуальных номинаций, да? Итак, долгая, творческая дискуссия состоялась между членами жюри, поэтому мы немножко даже задержались, потому что все очень неоднозначно. Они глубоко копали, размышляли о перспективе наших детей, говорили о каждом из них, говорили о педагогах в том числе. Поэтому получились вот такие результаты, друзья. Итак, для вручения номинации. Кстати, эта номинация придумана сегодня коллегиально членами жюри. У нас ее не было заявлено. Это специальная номинация, которая была названа «Мисс Очарование». «Мисс Очарование». Я приглашаю на эту сцену Ирину Уханову для того, чтобы она вручила эту замечательную награду. Итак, «Мисс Очарование» Софья Берсенева. Аплодисменты, друзья. Ирина Уханова тоже также может получить, в принципе, вот сейчас эту номинацию. Итак, победитель в номинации «Творческий подход» Кристина Танких. Мы приглашаем Елену Моногарову для вручения номинации. Аплодисменты, аплодисменты! Творческий подход, друзья. Итак, следующая номинация. Яркая перспектива. Я приглашаю на эту сцену Веру Аносову. Итак, номинация «Яркая перспектива» побеждает Варвара Леонтьева. А мы переходим к следующей номинации. Фотография на память. Во-первых, для вручения номинации «Самый яркий образ» приглашается член жюри Светлана Ершова. Итак, в номинации «Самый яркий образ» побеждает Даниэла Мешкова. Поздравляем Даниэла. Пожалуйста, фотография на память. Спасибо. А куда ты убежала? Куда? Ну, приставай к своей группе. Замечательная номинация. Одна из самых важных, который называется «Признание публики». Для вручения приглашается председатель жюри Владимир Юрьевич Жуков. Итак, в номинации «Признание публики» побеждает у нас Елизавета Мощева. Друзья, бурные аплодисменты! Спасибо.
Следующее. Нет, не уходите, Владимир, далеко. Сразу мы будем вручать. Главные номинации. Победитель в номинации «Лучший актер» Матвей Гулаков. Молодец, поздравляем, замечательно. Победитель в номинации «Лучшая актриса», друзья. Кто бы это мог быть, как вы думаете? Есть варианты? Друзья, это, конечно же, Полина Ксенцова. Владимир Ильич. Поздравляем. Дорогие друзья, всех и каждого. Вы сегодня все победители. Дальше мы в этом убедимся. Теперь у нас командные номинации. И в номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» побеждает спектакль «Путешественники». Илья Кузнецов. Нил. Дело с Нил. Нил. Илья Кузнецов. Илья Кузнецов. Виктория Сорокина. Полина Ксенцова. Дарья Котельникова. И Блинова Елизавета. Аплодисменты спектаклю «Путешественники». Все, давайте сфотографируемся. Мы аплодируем победителю номинации. Итак, у нас следующая номинация называется «Оригинальное выступление». И побеждает в ней спектакль «Лесные жители». Тоже несем. Надежда Ершова. И мы награждаем участников. Софья Ваулина. Аплодисменты. Счастье. Ева Резниченко. Ева Соколова. И Кристина Дальких. Кристина.
друзья, давайте поднимем все свои сертификаты наверх, сделаем красивую фотографию. А это еще не все, у нас еще очень много номинаций. Итак, следующая номинация. Победитель номинации «Лучший актерский ансамбль» побеждает спектакль «Мой Тадыр». Участники спектакля «Мой Тадыр» Элина Волкова. Следующий участник Дарья Собина. Смотри, сколько у тебя уже наград. Это опять же звезд радости. Матвей Кулаков. Приветствуем, аплодируем. Вот наш лауреат. Вот это уровень уже, понимаете, да? Маргарита Попова. Ну, наконец, Ева Романенко. Ребята, все ручки вверх подняли! И смотрим на фотографа. Шарик все закрыл. Класс. Итак, следующая номинация. Номинация «Приз зрительские симпатии». Очень важная номинация. В ней побеждает спектакль «Сказка про Шурочку». Надежда Ершова сегодня во всех номинациях. Награждаются участники спектакля «Сказка про Шурочку» Евгений Ермаков. Его брат уже на подходе Михаил Ермаков. Вот они. Актерская дуэт. Награждается Варвара Леонтьева. Аплодируем. Собрала сегодня все награды. И еще не вечер. Победитель по жизни. Итак, награждается Кира Создателева. Награждается Елизавета Мощева. Ура!
Саша Паридзе. Ну и дальше награждается Виолетта Лапина за активное участие. Второй день подряд человек участвует в фестивале. Аплодируем ей особенно. А теперь фото на память. Мы поднимаем ручки вверх, кубки вверх. Награждение все. И закрываем режиссера. Правильно. Друзья, ну а теперь самая важная номинация, самый тревожный момент – это номинация за лучший спектакль. Какие есть предположения? Можно погромче, погромче. Итак, друзья, в номинации побеждает спектакль «Мой». Друзья, это победа. Прекрасно. Полетели грамотно. Награждаются, не побоюсь на слово, артисты этого спектакля. Серафима Таурина. Александра Зенсковеле. Я здесь. Дарья Сопина. Хлопаем громким победителям нашего фестиваля. Матвей Кулаков. Который исполняет Яна Сухова, конечно, друзья. Окончание учебного года. И сейчас мы предлагаем переместиться за кулисы, где мы проведем чаепитие, попробуем этот замечательный торт. А мы с вами не прощаемся. Во-первых, у вас еще занятия продолжаются. А в следующем году мы ждем вас вновь в студии «Росквиз». Будет много интересного, новые занятия, новые мастер-классы. Ваше развитие молодежь на группах. Мы проводим
как знатоки. Да.